Связь с разведчиками, посланными в США, оборвалась, и они давно не выходят на связь. Да, у нас то же самое. По всему бывшему немецкому фронту появляются новые разломы с техно-теманами. Видимо, план по захвату чертежа КВ-44 провалился. И надо переходить к запасному плану. Что если возродить проект Робо-Сталин? И чертежи, и разработки имеются по данному проекту. Но он слишком сложный, и на создание нового робота Сталина уйдет много времени и ресурсов. Можно сделать 2 мини-роба Сталина поменьше. Их будет проще сделать, и надо будет меньше ресурсов. А за счет своей парной работы они по силе будут равны целому робо Сталину. Что скажете? Это более выполнимая задача. Тогда выполняйте. Thank you.
Прикрасьте одного из них в серый цвет.